Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас нахожусь в районе Тосмур, около речки Дим. Нашел сказочную квартиру, вот с таким прекрасным видом. Прямо у речки и у моря. Дорогие зрители, расстояние до моря по этой дороге 220-260 метров максимум. Я тут раньше снимал, у меня была квартира на продаже. Вот такой теннисный корт, баскетбольная площадка, также мини-футбольная площадка. В той стороне у нас зона барбекю, тут олимпийский бассейн, и потом спущусь вниз, покажу огромная территория, открытая парковка есть. Вот такие беседочки около речки. И там у нас ресторанчик. Так, балкон здесь большой. Тут нужно закрыть, пожарная лестница. Дизайнерская квартира. На высоком этаже проекта. Бытовую технику после покупки этой квартиры хозяин поставит новое. Так. Мебель с доводчиками. Гранитная столешница. Вот такая красота тут. Просторная гостиная комната, совмещенная как бы с кухней. Но кухня, можно сказать, что уже отдельно. Можно ее полностью отделить. Кондиционер здесь старенький. Можно потом продать, купить новое. Сюда нужно установить телевизор. Покажем вид с окошка с гостиной комнаты. Вот какая красота. Тут ничего не строится, запрещено. Там магазинчик. Рядом в этой стороне у нас, в той стороне за дорогой, есть много маркетов овощного, фруктового и тому подобное. Здесь такой встроенный шкаф. Коридорчик. Тут также встроенный шкаф. Накопительная система водонагрева. Фирма Бека. Сейчас смотрим. Вот. Уже красиво. Сейчас включим. Будет еще красивее. Вот такое красивое освещение. В санузле. Один санузел в квартире. Здесь свет пускай горит. Так. Дополнительная спальня. Угу. Квадратных метров здесь где-то 13,5-14. Тут второй балкон. Выход с двух спален. Какая красота, не правда ли, дорогие зрители? Вот выходите каждое утром, вечером. Тут сторона восточная. Тот балкон смотрел так как на восточную, так же на южную сторону. Вот вход в комплекс. Оттуда. Там везде есть открытая парковка. Проекту почти 14 лет. 13-14 лет между ними. Так, и это у нас хозяйская спальня. Здесь поставили зеркало, но можно установить телевизор. Так, вот,
Интересно, платяной шкаф. Все с доводчиками. Угу. Так. Сейчас я спущусь вниз, дорогие зрители. Так, сперва скажу вам цену. Так, айдат здесь 300 лир. Всю территорию я сейчас вам покажу. Если вам эта квартира понравилась, то смотрите до конца, не закрывайте ролик. Цена этой квартиры 130 тысяч евро, район Тосмур. Тут песчаный пляж. Говорю вам плюсы, песчаный пляж. Расстояние Тосмура до центра города 5 минут езды на машине. Также близко до района Махмутлан. Как бы центральная часть Алании, в моих понятиях, это район Тосмур, вот именно где речка Дим и сторона Кестеля. Огромная территория, хорошая планировка, квартира под ключ, высокий этаж, вид очень красивый, восточно-южная сторона. Так. Расстояние до моря близко, рядом есть маркеты, все для жизни, шок, бим и там подобное. Открытый большой бассейн олимпийский, единственный, можно сказать, что в этом проекте. Сказочный проект, еще одна фишка. Ну все, остальное сейчас я сам покажу вам. Выход к речке, прямо с комплекса. Там 2-3 дверца. Увидите. Цена 130 тысяч евро. Снова сказал. Так, я иду вниз. Дорогие зрители, на этаже у нас две квартиры. Вот это та квартира, которая продается. И один лифт. Лестничная площадка. Скажем, вместимость лифта. Может вместиться трое человек. Так, дорогие зрители, в этом комплексе проживает интеллигенция. Видите, дверь уже автоматически открывается. Тут парковочные места для велосипедов. В той стороне мотоцикл можно останавливать. Также здесь можно останавливать. Здесь очень редко выходит квартира на продажу, так что задумайтесь, потому что проект хороший. Вот то, что тут есть: аквапарк, фитнес-кафе. Кафе работает в основном в сезон. Теннисный корт вы увидели. Там детская игровая площадка. Ухоженный сад. Видите, да, все посажено, все управляют, все как надо. Так, я сюда вернусь. Какие-то деревья. Вот такой большой бассейн. Сперва покажем вам фитнес. Ну все, не могу открыть. Чип. Вот этот фитнес. Угу. Это детский бассейн. Качели. Вот летом бассейн работает с 8 до 10 вечера. Ресторан уже закрыт. Кафе. Угу. Такой мостик. В этой стороне у нас горки. Угу. Вот эти беседки. Там можно шашлык пожарить. Потом сесть и поесть. Thank you.
меня также здесь проживают друзья. Так. Я проживаю в той части, недалеко от этого комплекса. И один из любимых моих комплексов. Вот видите, огромная территория для зоны барбекю. Все продумано для людей. И здесь беседка, сели, посмотрели на речку, тихо, спокойно. Прогуляли с собачкой, побежали, попрыгали. Так. Угу. Будем идти по траве. Территория, как вы видели, очень большая. Для детей вообще здесь футбольная площадка. Бегать, прыгать. Дядька бегает там. Спортом занимается. Вот до туда у нас открытая парковка. Посмотрим, смогу ли я открыть. Нет, этот чип что-то не работает. Чип вам потом дадут. Так. Ага. Дорогие зрители, пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Все, с вами был Агасий из Солнечного Лани, район Тосман. Всем пока-пока.